Немного о постановке заслона большим игроком на хендофе. Номер 24 белых планирует играть с хендов, стационарных хендов, не очень эффективный. Но сам факт, она закрывает мяч только от своего защитника. А нужно, большой игрок, который передает мяч при хендофе, должен понимать, кто держит маленького, который у него забирает мяч. То бишь, нужно становиться на траекторию движения защитника вот того, который выбегает вместе с твоим партнером, которому ты хочешь отдать мяч. И нужно становиться на траекторию движения вот того защитника, а не пропускать его так легко. Это хорошо, потом просто они сыграли обычный пик-н-ролл. Но если говорить о качестве выполнения хендов, большой игрок должен становиться на траекторию движения защитника, которому он хочет поставить заслон, а не пропускать его так легко. Иначе смысл хендофа нивелируется.